Всем привет! Мы с Вадимом сегодня приехали в Еврошоп по адресу Куйбышева, 69. Чтобы посмотреть, какой ассортимент подготовили к 14 февраля. Слушай, а давай баттл проведем, друг другу соберем подарки. Заметано. Сразу же на входе мы с Вадимом увидели большую корзину, где можно подобрать подарочки на 14 февраля. А вон еще целый стенд для любимых. Такие декоративные панели в зеленом розовом цветах по 2,90. А по рубль 90 можно найти вот такие вот коробочки. Очень большой выбор кружек 14 февраля. И вот такие в тематику этого дня с сердечками за рубль 90 и за 2,50. Сладкий уголок к 14 февраля. Есть что выбрать. Но слаще меня вы ничего не найдете. Есть сердце для записи за 2,50. Бокалы для двух человек за 10 рублей, а для трех за 8,80. Также тут бокалы продаются и поштучно. Для мартини 3,30, бокал бистро 2,05. За 90 копеек. Такие свечи. И, кстати, даже с каким-то запахом. Набор свечей в виде сердца 4,40. Вот такая вот клубничка за рубль 20. Кать, ты будешь мыть мой холодильник? Офигел. О, я за рубль 50 нашла вот такой пакетик. В него упакую подарок для Вадима. Значит так, девочки, самый первый подарок — это носочки брестки. Кладу в пакетик. Знаю, что эти конфеты очень вкусные, поэтому они тоже отправляются в подарок. Истинный набор джентльмена. Здесь шампунь, гель для душа по 9,50. Тоже уже положила. Я видел, там Катя серьезно настроена. В коробочку буду я собирать побольше. Сюда. Продолжаем наполнять. Я думаю, надо добавить немножечко сладкого. Слышал, что Катя выпекает, так что подарим ей вот такой набор для кексиков. Я видел, как Катя на них смотрела, когда я показывал, так что они тоже отправляются в коробку. Подарок, который я собрал для Кати, обошелся мне в 16 рублей 30 копеек. Подарок, который я собрала для Вадима, обошелся мне в 18,59. Я люблю тебя на слез. Ну что, в Еврошопе ассортимент к 14 февраля есть. Надеюсь, тебе понравился мой подарок? Конечно, понравилось. А куда же на 14 февраля без носков-то? Такие подарочки можно купить в любом магазине Еврошоп по всей сети. А мы, кстати, были на Куйбышева, 69.